Более 2000 моделей шуб и пальто, а также меховых шапок. В торговом центре «Славянский» открылась ярмарка верхней одежды. Покупателям предлагается товар исключительно российского производства. Это фабрики Казани, Пятигорска и Владимира. Выгодные условия покупки сделают желанную обновку доступной. На стеллажах ярмарки верхней одежды более 2000 моделей шуб. Норка для любителей роскоши, мутон для консервативных натур. Молодых покупательниц порадуют шубки ярких цветов. Для тех, кто постарше, большой выбор классических и практичных моделей. Мне понравились и норки, понравились очень качественные, и дубленочки, смотрю, прям вот. Да, хорошие, мне очень понравилось. Вот, ну можно выбрать что-то, товар хороший. Все меховые изделия произведены в России, на фабриках Казани и Пятигорска. Этот факт гарантирует высокое качество меховых пальто и шапок. Новые модели, модели все 2019-2020 года. Большой размерный ряд до 78 размера. Все изделия фабричные, шубки все сертифицированные. По QR-коду можно прочесть, где, когда и кем произведено данное изделие. Помимо меховых изделий, на ярмарке богатый выбор демисезонных пальто. Разноцветные модели изготовлены на фабрике города Владимир и выполнены из шерсти и кашемира. А среди тысячи моделей головных уборов обязательно найдется тот, что соответствует требованиям даже самого взыскательного покупателя. Для зимы шапки и береты выполнены из натурального меха. Для осени – вязаные, фетровые и текстильные. Это кепочка. Это типа кепочки. Ну, нам охота, в нашем возрасте охота быть всегда молодыми. Поэтому что-то молодежное. Не забыли на ярмарке и о сильной половине человечества. Пока дамы примеряют шубки, мужчины смогут подобрать себе утепленную куртку и зимний головной убор из натуральных материалов. Чтобы стать обладателем обновки, не нужно иметь с собой кошелек. Любую покупку можно оформить в рассрочку на 24 месяца. Я купила шубку, сдала старую и купила новую. Мне очень понравился коллектив. Здесь большой выбор и вообще очень все хорошо. Для тех, кто хочет с выгодой обновить свой гардероб, на ярмарке верхней одежды действует акция. Сдай свою старую шубу и получи скидку на новую. Опытные продавцы подберут модель, которая будет идеально соответствовать всем требованиям покупателя. Девушка молодец, мне подсказала ту шубу, которая по моим деньгам, по моим возможностям. Вот, вот подобрала мне шубку такую подешевле. Вот. Меня она устраивает. Вот. И по этой цене я могу спокойно купить. Сейчас побегу, принесу старую, старую сдам и возьму новую шубку. Я себя так молодо в ней чувствую. Вот. Прям здорово. Всех пенсионеров приглашаю. Девчонки, выбор большой. Ярмарка меховых изделий и пальто будет работать в Магнитогорске по 15 сентября. Покупатели ждут в левом крыле торгового центра «Славянский».